Вы хотите легально жить и работать в Соединенных Штатах Америки и еще не знаете, как это сделать? Благодаря программе лотерея иммиграционных виз в США у вас есть возможность осуществить свою мечту и получить заветный грин-карт. Для участия в программе вам нужны всего лишь 5 минут свободного времени и компьютер. Ведь теперь вы можете заполнить анкету, не выходя из дома или офиса. Для того, чтобы заполнить анкету, зайдите на сайт www.greencard.md и пройдите по ссылке «Заполнить анкету». В правом нижнем углу монитора появится помощник, который подскажет, как правильно заполнить данную анкету. Анкету надо заполнять латинским буквами, строго следуя паспортным данным. В разделе «Фотография» вы должны прикрепить свою фотографию паспортного типа, следуя всем перечисленным в этом разделе требованиям. Если такой фотографии у вас нет, вы можете попросить кого-то из находящихся рядом сфотографировать вас, а затем переместить готовую фотографию в компьютер. Заполнив первую страницу анкеты, переходите по ссылке ко второму шагу. Еще раз внимательно просмотрите ваши данные, прочитайте соглашение и нажмите на указатель «Завершение». Перед вами появится окно с подтверждением о том, что ваши данные приняты. Если у вас нет возможности заполнить анкету дома или в офисе, вы сможете сделать это в точке регистрации по адресу город Кишинев, улица Влайкупыркалап, 64, здание Sky Tower, которое находится напротив университета Улим. В холле на первом этаже вас встретит консультант, который предложит вам заполнить анкету. Анкету надо заполнять латинскими печатными буквами, строго следуя паспортным данным. После того, как вы заполните анкету, вам будет необходимо сфотографироваться, держа перед собой анкету с вашим личным регистрационным номером. После этого экземпляр анкеты с данным номером вы оставляете у себя. Второй экземпляр вы оставляете в пункте регистрации. Все, что вам останется делать, заполнив анкету, это ждать результатов, которые будут известны, начиная с мая. Отбор потенциальных обладателей грин-карт будет осуществляться на основе компьютерной лотереи, проводимой Госдепартаментом США.